Историческая мозаика со стадиона «Енисей» отправляется в хранилище на 1,5 года. В Красноярске стартовал первый этап реконструкции ледовой арены «Енисей». Рабочие уже начали снимать мозаику, которую украшен фасад здания. На картинах этого памятника культуры изображены спортивные сюжеты. Напомним, что сохранить художественное произведение удалось благодаря красноярским общественникам. Местные активисты и архитекторы подавали петицию в защиту мозаики осенью прошлого года. Инициативу красноярцев власти поддержали. Все фрагменты картин снимут к концу недели и отправят на склад. А в конце следующего года элементами мозаики оформят уже обновленный стадион. Когда стадион будет ново возводиться, будет принято решение, какие мозаики, в каком виде будут именно интегрированы в новый объект, его оформление. Внешнее, внутреннее, это уже будет видно во время строительства. Перед началом работ стадион примет еще две игры. 9 и 10 марта встретятся Красноярский хоккейный клуб «Енисей» и «Волга» из Ульяновска. А уже 16 марта начнется полномасштабная реконструкция арены. Старое здание снесут, а на его месте возведут новое, полностью подготовленное к зимним студенческим играм 2019 года. Новый стадион построят к концу следующего года. С его дизайн-проектом может ознакомиться любой желающий на сайте Красноярской универсиады.